Привет, с вами влог 5 звезд, и сегодня мы снова в Чирале. Я недавно выпускала выпуск о Чирале, когда мы с лагерем фридайвинга сюда ездили с семьей. И сейчас мы попали в очень классный отель, называется Кимера Лаунч. Я вам его покажу. Вот, доброе утро, пришли, тут завтрак готов. Завтрак, собачки, курочки. Такое место красиво, видели? Мы с Милым пошли на первую тренировку. Вот он налегке идет. Такой кайф оказаться в этом лагере второй раз за год. Миша тренируется где-то вот там, вот вдали. Дети начнут через 10 минут. И я тоже начну где-то через час. Поднялись 1 километр в гору, чтобы пожарить маршмеллоу на природных кострах. Покажи свой рюкзак. Ой, спит. Рюкзак спит. Покажу нашу виллу. Это двухкомнатная семейная вилла. Стоит $400. Очень классный туалет. И супер полочки. Детский номер с черепахами. Здравствуйте, вы на канале 5 звезд. Смотри, я сейчас отверните камеру. Человек куда-то ползет. И родительская спальня. С потрясающим видом на Чирале. Утром тут пели птицы и петухи чирикали. Но единственный отель в Чирале, где есть такой большой бассейн. Очень красивая территория. Куда побежали, куда побежали? Курочки. Такой прикольный пляж у нашего лагеря. Здесь строят базу по утрам с шатрами и с буйками. И в этих песках еще черепашки свои яйца оставляют. И эти места огораживают. Башня, тут Биг Бен есть. Да ладно, умеешь. Да? Умеешь ты плавать. Песочков и ласки. Такая красота начинается вечером. Что с осанкой? Что с осанкой? Деревня просыпается. Петушки кукарекают. У нас уже все погрузились. Лиша, опаздывай. 6 с чем-то утра. Идем на корабль. Сегодня погружение на